Привет! Что такое зал славы, зачем он и как туда попасть? Заметил подобные вопросы, поэтому отвечаю. Зал славы – это такой своеобразный эндгеймовый рубеж. Когда вы его достигнете, вам откроется список игроков с их результатами, с которыми вы можете сравнивать свои. Также это разблокирует вам финальные задания в историях Horizon. Без них не получится выполнить ачивки на получение всех звезд, за которые вам дадут довольно вкусные машины, например, Koenigsegg Jesken. Кроме этого, вам откроются финальные испытания Зала Славы. Выполняя их, вы можете получить еще больше интересных машин в свой гараж. Итак, как попасть в Зал Славы? Да довольно просто. Для начала поставить лайк этому видео. Ну поддержи. А затем вам требуется открыть все билеты со всеми наклейками на них. Выполнять их не обязательно, достаточно просто разблокировать. После этого нужно набрать еще немного очков. Вас позовут на форпост Horizon и затем, после небольшой катсценки, вас допустят в заветный зал славы. Суммарно для всего этого требуется 200 тысяч очков признания. Но игровой процесс построен таким образом, что очки, набранные в процессе открытия билетов, идут в зачет. И в конце вам останется набрать лишь 13 тысяч. Кстати, замечу, делается это все за очки признания, не за обычный опыт. Если что, задания для получения очков можно посмотреть во вкладке признания, но на начальном этапе прохождения игры вам их будут давать, можно сказать, вообще за все. Поэтому не заморачивайтесь, просто проходите игру в удовольствие. А теперь, пока ты еще здесь, у меня к тебе большая просьба. Если есть еще какие-то вопросы по игре, то напиши в комментариях, чтобы я знал, по каким еще темам можно сделать такие простенькие видео. Ну и не забудь подписаться с колокольчиком, чтобы их не пропустить, и даже попасть на стримы. Рад буду видеть. Хорошего тебе дня. Пока.